Поздравим тебя с бронзовыми медалями. Довольны таким результатом? Не могу сказать, я не знаю. Нет, недоволен, потому что за 5 секунд до конца обидно проигрывать матчи. Я надеюсь, Раджа выиграет, потому что это единственная команда, которой мы проиграли оба раза. Что тренер перед началом матча сегодняшнего вам в раздевалке сказал, и как он вас по мере подготавливал? Он сказал, чтобы мы вышли и просто выиграли, чтобы достойно закончили турнир. Во втором полуфинале за кого будешь? Ну, ты уже сказал, да, во втором финале за Раджу, правильно? Почему не Союз? Потому что хочу, чтобы нас выиграла только одна команда как бы на турнире, и она действительно у нас была сильнее. Хочу, чтобы они были первые. Ну, такой вопрос. Как ты думаешь, чего не хватило Прилуке, чтобы навязать борьбу вам сегодня? Я думаю, что вратаря. У них вратарь потянул спину, и второй тайм они почти весь играли пятого. Я думаю, в этом была их ошибка. Ну, что поделаешь. Все, спасибо тебе большое. Иди там к своей команде, празднуй с бронзовыми медалями.